Приветствую вас. Перед тем, как отправиться дальше, я хотел сказать следующее. С этого момента локации в Дарке Третьем становятся не просто интересными, они становятся восхитительными, потрясающе фантастическими, да более интересными, до мурашек. С этого момента Dark Souls полностью завладел моим разумом. Я не могу описать чувств, которые испытывал при прохождении дальнейшем. Там локации настолько необычные, решения, враги, ловушки. Вы сами, конечно, все увидите, но это просто чудо. Это игра века. Это действительно так. Следующий босс, ну или мини-босс, вот он прям эпичнее не бывает, на мой взгляд. Не сам босс, а вот именно та атмосфера, то место, где он находится. Просто гениально, у меня слов других. Я не подобрал другие слова. Это надо просто пройти и прочувствовать. Вот. Итак, я отправляюсь дальше. Надеюсь, вы пойдете со мной.
Этого босса можно убить отсюда. Welcome, Smith. Very well. The name. Farewell, Ashen One. Ashen One, be sure to bring more souls.
Do not be away over long.
Страшные заразы они. Thank you.
Welcome, very well. Then take. Let these take. Farewell, Ashmead. Ashen One, be sure to bring... Ashen One, be sure... Thank you.